С 1 января 2018 заработал закон, который дает право семьям, у которых родился первый или второй ребенок, на ежемесячную выплату. Первой категории деньги начисляет соцзащита, остальным – пенсионный фонд из средств материнского капитала. Право на это имеют только семьи, в которых средний душевой доход будет ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного за второй квартал года предшествующего году обращения. Еще одно условие – ребенок и владелец сертификата обязательно должны быть гражданами Российской Федерации, постоянно проживать на территории страны. Размер выплаты равен прожиточному минимуму. На сегодня это 9 999 рублей. Средства выделяют до полуторагодовалого возраста малыша. Обратиться с заявлением на получение средств можно в Пенсионный фонд или МФЦ. Справки и дополнительная информация по телефону, который вы видите на экране. Что вот сейчас, кто будет обращаться, берется эта величина за второй квартал 2017 года. И полуторакратная величина составляет 16 344 рубля. То есть каждая семья может посчитать очень просто, имеет право она на эту выплату или нет. То есть нужно взять доходы всех членов семьи, суммировать их, поделить на 12 месяцев, то есть получить среднюю величину и поделить на всех членов семьи. И если вот полученная величина будет ниже, чем 16 344 рубля, то эта семья может претендовать на ежемесячную выплату.